Крещение Господне – это великий праздник православной церкви. Господь Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан в возрасте 30 лет. Перед выходом Господа на служение спасению мира, чтобы приготовить людей к принятию Христа, Богом был послан пророк Иоанн Предтеча, что означает «предшественник». Святой Иоанн Предтеча проповедовал и крестил покаянием, приходивших к нему в реке Иордан. Когда же сам Господь пришел к нему, чтобы также креститься, Иоанн останавливал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Христос настоял, чтобы водами погребсти человеческий грех. Крещение Господне именуется также Богоявлением, потому что при этом событии миру были явлены все три лица Святой Троицы. Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о нем голосом с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя. День, предшествующий празднику Крещения Господня, именуется Крещенским Сочельником и является днем строгого поста. В Крещенский Сочельник и в сам день Крещения Господня совершается чин великого освящения воды. Освященная Крещенская вода является особой святыней, ее хранят в течение всего года и употребляют в небольшом количестве, утром натощак вместе с кусочком просфоры.